преддверии профессионального праздника Дня строителя. 5 августа в Малом зале городской администрации состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса строительных компаний Рязани «Доминант-2015». Всех собравшихся поздравил глава администрации Олег Булеков. Любой бизнес, в том числе и строительный, может быть, и во главе стоит строительный бизнес, все-таки должна быть конкуренция. Только в конкурентной борьбе может быть высшее качество. Только в конкурентной борьбе может быть ниже цена. В рамках 8-го некоммерческого конкурса участниками стали 17 компаний. 3 призовых места и гран-при получили ведущие строительные гиганты города. Вообще-то самый высокий дом построил в городе, а третье место. Хорошо, что заметили. Организатор конкурса, эксперт в области строительства Денис Абраков отметил значимость некоммерческого статуса конкурса. По его словам, выбор победителей происходит на основании честного отбора. Всего в конкурсе 21 критерий. Мы оценивали и, как я уже сказал, и уровень благоустройства, и внутреннюю отделку, и планировку, и применение инновационных энергосберегающих технологий. Здесь целая гамма критериев, потому что хочется, чтобы оценка дома была максимально объективной. Это одна из важных целей конкурса – дать рязанцам достойный ориентир для приобретения квартир в уже построенных домах. Основная цель конкурса – предоставить рязанцам достоверную информацию о строительных компаниях, которые качественно возводят жилье, создают для своих клиентов оптимальные условия приобретения квартир, и после сдачи у жильцов не будет проблем, связанных с эксплуатацией.